Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видео Лепка. Сегодня по вашим просьбам я буду лепить Фрэнбоу, ее кота Мистера Полночь и еще одного персонажа из этой игры. Друзья, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем вам в Новом Году побольше радости, улыбок и отличного настроения. Здоровья вам и вашим близким, и пусть все ваши желания исполняются. А если вам нравится наш канал, и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Для того, чтобы было проще соблюдать пропорции фигурки при лепке, я буду использовать вот такой рисунок, а каркас фигурки, как обычно, сделал из алюминиевой мягкой проволоки. Фрэнбоу – игра в жанре хоррора, которая будет постоянно держать в напряжении даже самых заядлых любителей данного стиля. Здесь ты постоянно будешь сталкиваться с напряженными моментами. Фрэнбоу – маленькая девочка с короткими коричневыми волосами и голубыми глазами. Она носит желтое платье с необычным зеленым бантиком и коричневые ботинки с колготками в черно-белую полоску. В 40-х годах 20 века жила на свете девочка Фрэнбоу Даггенхарт. У нее были заботливые мама с папой и любящая тетя. Кроме того, однажды ей подарили кота, который стал для нее лучшим другом. Девочка дала ему имя Мистер Полночь. Но в 1944 году все резко изменилось. Однажды ночью Фрэн сидела в своей комнате и внезапно увидела за окном странное существо, похожее на козла. Потом она услышала какой-то шум из комнаты родителей. Девочка пошла туда и к своему ужасу увидела, что ее мама с папой убиты. Перепугавшись до смерти, Фрэн и ее кот убежали из дома в лес. От пережитого шока девочка потеряла сознание. Потом какие-то люди нашли ее и унесли. Мистер Полночь убежал. Наша история начинается в психиатрической больнице. Фрэн сидела на очередном приеме у психиатра Марселя Дирна. Задав обычные в таких делах вопросы, доктор Дирн назначает девочке принимать новое лекарство – дуатин. Но едва Фрэн принимает одну таблетку, как все вокруг становится ужасным, покрывается кровью, внутренностями и сверху падают отрубленные головы. Девочка падает в обморок и перепуганный доктор отменяет прием дуатина. Во сне Фрэн является Мистер Полночь. Он сказал девочке, что она должна бежать из лечебницы, но для этого она должна достать дуатин. Фрэн наполняется решимостью и решает бежать из этого места, чтобы найти своего любимца. Игра Фрэнбоу представляет собой Point and Click Quest. Мы управляем Фрэн, находим различные предметы и применяем их для решения различных задач. К примеру, если вам нужно срезать цветок, то его следует срезать ножом, а чтобы одна из пациенток отдала героине карандаш, то нужно отдать ей взамен пластыри. Одной из особенностей игры является возможность увидеть ультрареальность. Для этого нужно принять таблетку дуатина. Локация представляется в жутко искаженном виде. Порой только в ультрареальности можно найти необходимые предметы и решить некоторые задачи.
Вот такая у меня получилась фигурка Фрэнбоу. Теперь я слеплю ее кота, мистера Полночь. Мистер Полночь – кот с ярко-желтыми глазами и черной шерстью, без единого белого волоска, за который он и получил свое имя. Мистер Полночь – очень милый и вежливый кот. Он очень любит Френ, заботится и пытается уберечь ее от опасностей. Мистер Полночь, как и его хозяйка, очень хочет вернуться домой. Вот такой у меня получился котик, мистер Полночь. Далее я буду лепить еще одного персонажа из этой игры, и это будет Жук-Освин. Жук-Освин – единственный друг величайшего Антонио. Из-за слов Антонио Френ считала, что он проглотил мистера Полночь, за что Жук-Освин был убит топором. Внешне Жук-Освин напоминает мокрицу с морды свиньи. У него 8 ног, а вместо ушей – 2 небольших закругленных антенны. Антенки на голову нашему жука-свину я сделал из тонкой проволоки. В общем, вот такой жука-свин у меня получился, по-моему, даже очень прикольный. Ребята, напишите в комментариях, как вам такие фигурки. Также можете написать, кого нам еще слепить. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. А также будет очень круто, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина. Сегодня приветики от меня получают Михаил Ларин, Дэн Тарт и Напо Рапо. Ребята, передаю вам огромный привет! Также приветики получают участники нашей группы ВКонтакте. Ченкалаев Ченкала, Виктор Лисеев, Никита Джарахов, Никита Масюцкий, Владик Мирошниченко, Андрей Масалько, Данил Мишуков, Матвей Матвеев и Агадил Камиш. Ребята, передаю вам также огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Еще раз поздравляем вас с Новым годом и до скорой встречи.